На рынке Сарайозен с раннего утра кипит жизнь. Этот базар собирает торговцев, которые занимаются перепродажей овощей на других рынках и в магазинах. Здесь покупают овощи, добавляют определенный процент и перепродают уже своим клиентам. Какое место? Вот Турция будет, но апельсины Турция дает. Анар чана? Анар был, да, анар Турция. Джанузак Акматкулов торгует яблоками. Сейчас он пытается продать фрукты из Таласа и далекого Ирана. Иранские яблоки на базаре долго не залеживаются. Партия распродается в день завоза. Наши яблоки с экологической точки зрения очень чистые. Но товарный вид не очень. А люди смотрят не на качество, а на товарный вид. Им важна красота яблок. У кыргызских яблок, может, и нет товарного вида, но зато витаминов хоть отбавляй. Однако это преимущество у покупателей не в цене. Потребители предпочитают красивые фрукты. Человек, который в розницу продает, он тоже хорошо понимает, какие яблоки лучше. Они тоже хотят продать кыргызские яблоки. Но народ их не покупает. Их интересуют яблоки, которые выглядят хорошо. Чтобы понять, какое из двух яблок лучше, достаточно их просто надкусить. Есть веская причина, почему иранские яблоки так долго сохраняют товарный вид. Их обрабатывают химикатами. Видите вон ту женщину? У нее яблоки экологически чистые, но она уже который день не может продать их, потому что она не обрабатывала их химикатами. Жаль, что мы идем к тому, что для того, чтобы продать фрукты, их нужно поливать химикатами. Цена яблок, которые привозят из Икуля, Аша и Таласа, примерно 50-60 сомов за килограмм, а иранские продаются по 65-70 сомов. И ниже их цена не опускается. Однако для покупателей это не имеет значения. Все равно выбирают импортные фрукты. Такая ситуация ставит наших продавцов и садоводов в сложное положение. Каждый день 200 сомов платим за место. И за базар тоже отдаем. Кроме того, нам нужно питаться и есть другие расходы. Нурлан Мамбеталиев вот уже 2 недели не может продать 3 тонны яблок, которые привез из Икуля. Время уходит, товар портится, и ему приходится снижать цену. Уже сейчас он едва покрывает расходы. Как с Ирана завезли 100-200 тонн яблок, наша торговля сразу остановилась. Как вы заметили, где стоят фуры с иранскими яблоками, торговля кипит, а в нашей стороне никого нет. Раньше на рынке Сарайозен особым спросом пользовались китайские яблоки. В этом году из-за эпидемии коронавируса завоз прекратился. Но свято место пусто не бывает. И прилавки, где раньше лежали китайские фрукты, заполнили иранские яблоки. Если яблоко червивое, это означает, что оно экологически чистое. Зеленые яблоки, которые Соша привозят, тоже не продаются. До этого продавали по 60 сомов, сейчас и по 50 продать не можем. Завести иранские яблоки в Кыргызстан может не каждый предприниматель. Для этого нужны миллионы. На рынок Сарайозен завозят фрукты и овощи из Китая, России, Турции, Туркменистана, Таджикистана и других стран. И местным фермерам приходится нести убытки. Это бессмысленная борьба, говорят продавцы. Без помощи правительства с импортным товаром конкурировать не получится. У нас же есть яблоки. Надо сначала таможенные пошлины поднять или закрыть границу и контролировать контрабанду. Таким образом защищать отечественных фермеров, садоводов. Но, к сожалению, мы такие механизмы отдали другим странам. ЕС работает против фермеров. Кыргызстан член ЕАЭС, и из-за этого мы не можем ограничивать или остановить ввоз продуктов из этих стран. Но эксперты считают, что мы должны подумать прежде всего об интересах отечественных производителей и бизнесменов. Да, мы живем в свободной экономической зоне, но мы не должны открытыми оставлять все двери. Например, у нас выращиваются все продукты, которые нужны для ежедневного потребления. Значит, мы должны поддерживать своих фермеров, а наши производители в свое время должны думать о качестве продуктов. За политику импорта в нашей стране отвечает Министерство экономики. Первую тройку стран, которые завозят к нам товары первой необходимости, возглавляет Китай. В прошлом году оттуда завезено различной продукции на 1 миллиард 734 миллиона долларов. На втором месте Россия – 1 миллиард 362 миллиона долларов. И замыкает тройку Казахстан. Из соседней страны в прошлом году завезли продукции на 610 миллионов долларов. Естественно, государственная политика должна быть, но она должна быть с учетом наших международных обязательств. Мы члены ВТО, мы члены Евразийского экономического союза. То есть в рамках этих международного интеграционного объединения, как ЕАЭС, международная торговая организация, у нас есть обязательство не дискриминировать импортеров. То есть отношение к отечественным товарам должно быть такое же. Если Кыргызстан будет препятствовать ввозу продуктов из других стран, тогда и к нашему экспорту будет соответствующее отношение. Есть для этого 3 механизма, которые позволяют управлять импортом. Есть возможность введения ограничений в случае недобросовестной конкуренции. Это если страна субсидирует своих производителей,
за счет этих субсидий они будут в более выигрышном положении на нашем рынке, потому что их государство субсидирует. В этих случаях у нас есть возможность применения мер. Однако иранские яблоки, которые усложняют жизнь нашим фермерам, под эти механизмы не попадают. Половина тачек – фрукты из Кыргызстана, остальные – из других стран, а яблоки – с Ирана. Мухаммед Колыбеков – продавец сукулукского рынка. Он сегодня объездил весь базар, чтобы закупиться для торговли у себя в Сукулуке. Иран был. Иранские яблоки только в этом году появились. До этого продавались китайские. Продавец покупает фрукты, полагаясь на запросы и желания потребителей. Больше 10 лет, которые он провел на базаре, научили его многому. Он знает, чего хочет покупатель. Покупать отечественные или экологически чистые продукты клиентов не заставишь. Если сегодня торговля будет хорошей, то завтра в 6 снова здесь буду. В крайнем случае, каждые 2 дня я здесь. Я сама быстро хожу. Если в кроссовках, то мне кажется, я вот-вот побегу. Разгуля Кимжанова двигается быстро и ни секунды не отдыхает. Чтобы управлять компанией, которая производит больше 10 видов товара, нужно много сил и энергии. Она уже 18 лет в производстве. Запах чувствуете? Консервация не метает труган. Это склад, в котором мы храним свои товары. Эта компания производит много консерваций – томаты, варенье, сахар и уксус. Покупатели с удовольствием берут их продукцию. В последнее время ею заинтересовались и в Казахстане. Оказывается, недавно казахстанская компания взяла на нашем рынке много видов томата и проверила в своих лабораториях. Оказалось, наши самые экологически чистые, и они сделали нам коммерческое предложение. В данное время мы готовим томат и для Казахстана. В повышенном спросе есть своя причина. Компания заявляет, что производит свою продукцию без добавления химикатов и красителей. Из-за качества наша продукция чуть-чуть дороже, чем у других. Но покупатели часто выбирают товары, которые дешевле. Но нет никакой гарантии, что дешевая продукция будет качественной. Акимжанова говорит, что нередко их компания страдает из-за контрабандистов. Контрабандным путем приходят товары, которые очень вредны для здоровья. У нас есть пути контрабандистов. Никто не может противостоять этому. Грубо говоря, они травят кыргызстанцев. Это предприятие, которое называют передовым в сфере переработки, ни разу не получало поддержку от правительства. Наоборот, предприниматели регулярно подвергаются проверкам со стороны контролирующих органов. Товары, которые контрабанды приходят, они дешевы, потому что не платят налоги. Из-за этого страдает отечественное производство, потому что покупатели часто выбирают дешевую продукцию, а со стороны государства поддержки нет. Компания, которой управляет Разгуля Кимжанова, уже крепко стоит на ногах. Она может конкурировать с некачественным товаром. Но будущее начинающих производителей из-за засилия рынка дешевой продукции очень туманное. У нас есть богатство, которого у других стран нет. Если мы захотим, каждый в Кыргызстане сможет питаться экологически чистыми продуктами. Такого богатства нет ни в Европе, ни в Америке. Мы по этому показателю стоим выше многих. Но мы не ценим свои богатства. Журналист Бейшенбек Бекешев в последние годы отдалился от творчества и решил заняться бизнесом. В Бишкеке открыл магазин по продаже исключительно экологически чистой сельской продукции. Клиенты, говорит, постоянные. Если кто-то пришел сегодня, он придет и завтра, потому что товары, которые здесь выставлены, в других местах найти невозможно. Кыргызы еще не полностью осознали суть здорового питания. Только маленькая часть хорошо понимает. Остальные едят, что попало и что продается подешевле. Для города, населения которого 1,5 миллиона человек, вот этот один магазин. По идее, здесь должно быть очень много народа. Если говорить честно, приходят столько же людей, как и в обычный магазин. За каждый товар, который продается в этом магазине, Бишенбек Бекешев готов поручиться. Вся продукция домашняя. По его словам, сейчас не время верить сертификатам и разным документам. Их можно купить или подделать. Недавно кто-то спросил у меня, есть ли у меня сертификат. Я ответил, я сам сертификат. Если я верю в производителей, значит это чистый экологический продукт. Я не буду рисковать своей репутацией. Если кто-то хочет, я могу килограмм сертификатов сделать. Но это повлияет на качество. В данное время сертификат стоит не дороже туалетной бумаги.
С некачественной продукцией должны бороться не только государственные органы, но и сами покупатели, говорят эксперты. Когда прекратится спрос на некачественный или обработанный химикатами товар, изменится и сегодняшняя ситуация. Потому что базар будет всегда ориентироваться на желания потребителей. Это закон торговли. Сейчас мы не можем уйти от старой психологии. Я понял бы, если бы сейчас были 90-е или 2000-е годы. Тогда нечего было есть. Сейчас все сытые. И самое время выбирать, что мы едим. Ладно, сам уже прожил свою жизнь. Случилось то, что случилось. Но подумайте о сыне. Не давай ему есть химикаты. От питания зависит и здоровье человека. Болезни сердца, сахарный диабет, онкологические заболевания, ожирение начинаются с неправильного питания. Людей с такими диагнозами с каждым годом становится все больше. Поэтому, чтобы сохранить здоровье, нужно уже сейчас начинать питаться правильной пищей. Игорь Потанин, Айбек Бибусунов, Диас Сакимбаев, НТС, итоги недели.